Вот это вот, дальше обычно идет разговор. Почему нельзя белить деревья? Почему происходит? Это я нашел впервые что-то путнее в этом гигантском... Я помните, я не раз видя, что на тысячу дебильных советов по садоводству приходится один путний на тысячу. Я называл это помойкой, вынужден был называть. И вдруг я нашел вот это вот. Видите? И вот что я узнал. Да, вот эта фотография, как белят. Традиция раскрашивания, потому что надо было ночью бобелин хорошо видно, когда танки перегоняли. Вот, по ночам, сами знаете. Это-то понятно. Кто, когда вот это дебильное придумал? В большинстве случаев, ведь речь идет о дикоросах. А ведь это пишет кто? Доктор биологических наук, профессор, академик. Мазалевская. Но есть же, оказывается, умные люди-то там. Ну, не знаю, может быть, я-то это, помните, я рассказывал, показывал эти, как они делают, пылесосы эти, в самую красоту упавшая листва, это есть природа, да? Ладно бы в доме, в своей квартире бы, но с этих-то, со скверов-то, зачем мне убирать-то, обрекая деревья на голод и на болезни? А побелка, это из этой же серии. Представляете? Вот. Токсичные для коры добавки, изменяющие кислотность коры, способствуют расслоению, разрушению. Но это еще дикоросы. Но ведь дебильная побелка культурных растений, которые, они же эмигранты, им гораздо труднее. Они же на север переехали со своих Италии, Испании и Египта. Они же на север переехали. Разве можно им изменять кислотность коры, препятствовать воздухообмену? Никто в жизни, кроме меня, не написал, что кора-то темная, чтобы грела зимою. А белая подбелка, они же не будут греться, не будут замерзать. А потом массовая гибель. Чем угодно объясняют, только не подбелкой. В Москве беление запрещено. Тут что, получается, что вся страна, я всегда считал, что это мы в провинции хоть что-то соображаем. Оказывается, запрещено. Я в открытые ворота ломлюсь. И тут, оказывается, и пункт есть, приказ госстроя. Не белить, запрещено. Документ носит всегда характер. Теперь вопрос. Почему белят вся страна? Ну, вот кроме Москвы, хотя я тут сомневаюсь. Да потому что они должны освоить наши деньги. Они придумали побелку, они купили побелку, они купили кисточки, они наняли людей, половину денег украли, а сейчас по последним данным, ну, неофициально, что воруют уже не 30%, как раньше, а 70-90%. Только ради этого. Представляете?